Нана и Рен так похожи. Я почувствовала, ведь так у них все было серьезно. Когда она пришла? Никого не жду, мне теперь не верь. Как бы сильно она его не любила, тебя не пугает, что это зашло слишком далеко? Но Рен был только рад этому, и после 2 лет разлуки он все еще любит ее. Я нахожу это эксцентрично. Но Качи видит их как идеальную пару. Интересно, так ли? Я не прав. Нана пользуется положением Рен. Син! Концерт закончился? Еще нет, мы выйдем на бис. Тогда постарайся. Ты знал, почему не сказал? Хотел сделать тебе сюрприз. Если ты кого-то любишь, почему требуется согласие и разрешение общества? Общество так докучает. Я тебе потом ему представлю. Заговорю же тебе, не надо. Я просто так пришла. Если просто с ним поговоришь, то поймешь. Он гораздо серьезнее, чем многие взрослые. Прошел 1 год и 9 месяцев, как мы расстались. Уже наступила 2-я весна с того момента. В марте, когда мне исполнилось 20, я решила купить себе заслуженный подарок. Билет в один конец до Токио.